Без работы временно осталось около 10 тысяч сотрудников. Но во время вынужденного простоя им обещают выплачивать положенные по закону компенсации. Так, еще раз на случай, если вы проглядели. Без работы временно осталось около 10 тысяч сотрудников. Но во время вынужденного простоя им обещают выплачивать... Ну это просто шедевр ляпов телевизионного монтажа. Как они могли вставить в новостной блок такой нелепый момент? И мало того, что его вставили, так они еще потом и крупнее взяли. Я прям представляю слова редактора этого репортажа. Слушай, Серег, там что-то вообще непонятно, что чувак какой-то хуйней страдает. Вставь-ка крупный план, чтобы получше видно было. А если вспомнить, что ведущая сказала в начале... Без работы временно осталось около 10 тысяч сотрудников. То сразу же становится ясно, почему тут вставлен этот момент. Видимо, все эти 10 тысяч сотрудников вот так и работали, что временно без работы. Из-за событий, связанных с курсом валют, сейчас много кто затрагивает эту тему. И я бы тоже хотел вставить свое слово. В общем, если бы рубль был бы человеком, то его падение выглядело бы вот так. Да-да, именно так жестко. Причем обязательно вот с этим мощным ударом лицом об горку. Хотя, знаете, он же не постоянно вниз хуячит, он же вверх подпрыгивает чутка, а потом снова вниз. Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду.